This leader is provided to permit the projectionist to complete adjustment of focus, and sound level. Привет всем, дорогие друзья, с вами я, Евгений Бабанов. И это проект «Другой мир», а это Роман Дюжев. Всем здравствуйте, это проект «Другой мир», и сегодня мы вам покажем что-то страшное. Кто бы наши лица. Смотри, закваска. Ладно, погнали, нам надо дальше осмотреть территорию и сделать призыв демона. Все, поехали? Ну, поехали, да. Давай сюда сразу же заполнимся. Давай ты вперед с фонарем. Мы клуб «Звезда». А ты уверен, что это вход? Мне кажется, это окно. Ну и что? Ну пусть будет окно. Тебе что, впервые по окнам, что ли, лазать? Ну, как бы хер его знает. О, блин, нифига себе, тут подъемчик так-то нормально. Давай, давай, конь. О, как залетел. Пенделя прям сразу получил. Блять, нихуя. Я офигею, если сейчас где-то здесь опять вход был рядом. Я справился. Так. Ну что, надо исследовать, я так полагаю. Получается, что так. Расскажи подписчикам, что это за это штука что-то... у тебя в руке. Камера. Это камера? Это камера. А это факел, который я взял. И который я на самом деле сейчас зажгу. Роман зажигает свою штуку. Не смотри, стесняюсь. Давай я пока сделаю небольшую разведку. Разметку? Как на полигоне, да? Типа того. Ух ты, нифига себе, там просто капец. Повелитель огня. Повелитель. Не знаю, помоек. Смотри-ка, не рванул. Пока что. Ну что, кладемся на поиски. На поиски чего? Здесь слишком большое помещение. А это старый заброшенный кинотеатр. В кинотеатре мне уже добывалось бывать в заброшенном. Но этот такой более разрушенный. Ну, скорее всего, их уже сломали. Смотри, там пауки какие-то на стенах. О, здесь тепло, руки можно погреть. Кайф. Да, кстати, из-под пива. Пошли вон туда, там ход на второй этаж есть. Давай, ты туда, я здесь посмотрю. А? Че, разделимся? Давай, да. Мне кажется, это самое начало игры в Skyrim. Сейчас на меня вылезет какой-нибудь гоблин. А лука у меня нет. Только не взорвись, умоляю. Я туда столько херни напихал. Так, ребят, ну мы приняли план разделения. Я сейчас попробую проникнуть на второй этаж. Вот через этот ход. Не знаю, конечно, что меня там ждет, но, возможно, там мы найдем что-то интересное.
Блин. Или... Или мы тут ничего не найдем, так как лестница... Что за звуки? О! Иди сюда. Чего там тебе? Вот встань тихо, прислушайся. Здесь как будто демоническое такое завывание. Это ежи. Тихо. Слышь? Слышу ежей. Ну, лестницу кто-то сломал. Сломал. Катакомба. О-о-о. Ну, здесь мы и заночуем. Присядь у нашего костра, путник. Я расскажу тебе историю. О чем? В моей молодости, когда мы ходили до школы 15 километров и дрались с медведями, мы не думали о таких сложных вещах, как сейчас. Где отдохнуть, что поесть. Мы просто выживали. Вот. Сейчас 22-й год на дворе. И все. Ах ты, динозавр ты. Ладно, погнали, нам надо дальше. Пойдем. Осмотреть территорию и сделать призыв демона. Ты понимаешь, что ты с фонарем, как бы такой представитель 21 века, и я с факелом, как представитель рухляди. Древние ты... уже свое отжившие. Мы смотримся не очень канонично. Так ты и есть рухлядь. Че это такое? Старая пианино. Пианино? Да, раздолбанные клавиши. Прикольно. О, перчатка. Можно перчатку одеть. Ну, вообще это похоже на сортир. Ну, типа да. А, ну так здесь даже какашка он вроде лежит. Слушай, ну пианино в сортире могло быть хуже на самом деле. В сортире много всяких других вещей можно найти. Очень свежее замечание. Очень. Да, это все еще сортир. Мистер Башмак. Так, а это сцена, походу, да, это сцена. А, мы на нее зашли? Да. Давай ломанись. Ты, ты меня только не сожги, пожалуйста. То что? Я не ведьма. Так, пауки. Это какой-то... Слушай, судя по Скайриму, это какой-то квест. Паучий квест? Так, ну я предполагаю, что нам надо идти дальше в том направлении. Такие супер высокие леса, вон там какая-то конура тоже есть. Хочу я заметить. Шелнут пас! Чё ты подглядываешь-то? Что ты делаешь? Ты чё? Блин, опять ты здесь? Нет. Чё ты мне постоянно все под руку попадаешься? О, я еще одну пианино нашел. Так, пианино не играет. Слушай, ну я могу тебе сказать, что здесь нет ничего полезного. Ну да. Кроме еще одного разбитого пианино. Да. Что будем делать? Ну, надо тогда в другое здание, наверное, идти. Пошли в другое. Благо их здесь не одно. Пока прерываемся. Так, ну, следующий дом у нас начинается просто с каких-то завалов помоек. Стрёмное. Стрёмная доска. Стрёмный. У меня факел-то уже гореть перестает. Очередной. Слушай, ну тут помещение-то здорово. Да, 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 здесь помещение очень большое. Здесь, понимаешь, самая суть нашего ритуала, это то, что... Нам надо спрятаться от демона, который вселится в кабана.
Какой у тебя там демон, куда вселяться собрался? В какого кабана? Ну я же тебе объяснял, то есть ладно, мы должны сделать ритуал, вселить демона в игрушку. Может, ты не будешь в моего кабана всякую срань вселять? Мне его потом домой везти. Это мой любимый кабан. Ну если люди рассказывают, что якобы это существует, мужик, то почему бы не проверить? Смотри, закваска. Капуста Ништяк. Белокочанная. Хочешь попробовать? Да что-то не очень. А давай наспор. Давай, спорю на то, что ты это не сожрёшь. А я спорю на то, что ты это не сожрёшь. Чё ты угораешь? Тебе смешно? Да что-то как-то непонятный спор. Слушай, ну, её прям много. Ну, типа, да. Интересно, а что там по сроку годности? Хуя. Сейчас как бахнет у тебя нагрева резкого стекло. Ну, что мы делаем? Так, смотри, по сути ритуала нам надо зажечь 5 свечей, а в центр поставить игрушку. Ага. Так, потом надо пронести определенные слова, их надо мне зачитать, я их не помню наизусть. Ну и, соответственно, после этого якобы должно пройти где-то 13 минут, и в эту игрушку вселится демон. Это бесплатно? А? Это бесплатно? Это бесплатно, да. Хорошо. И в эти 13 минут мы должны спрятаться. Если мы не спрячемся, то тогда нам, соответственно, жопа. Ответственность за противопожарное состояние объекта. Смотри, предлагаю на самом деле пойти в то здание. Вон в то. И чё? Потому что там намного больше места. И будет немножко пострашнее, потому что здесь открытый полигон такой, ну типа не знаю. Ну давай туда сходим. Даже если, понимаешь, эта херота существует, то этот демон нас быстро здесь найдет. Ты херота, ну пошли туда. Пошли тогда через торец здания, там я видел дырку в подвал. Пошли. Смотри, раньше времени не погибни. Вообще, на дверях было написано, что ведется наблюдение и объект охраняется. Но насколько это правда... А мы через задний вход зайдем? Не через задний вход, а через восточные ворота. А, это? Да, именно оно. Я спускаюсь. Давай. Здравствуйте, я консультант компании «Рифлейм». О, нифига себе. А вот это уже, кстати, что-то интересное. О, петля такая торчит. Да. Вот это уже, слушай, помещение мне нравится. Блин, прямо все в этом. Да, я вижу. Я такое только на Байкале видел. Ты не был на Байкале. Ну и что? Блин, она же... Из-за подвала, это под всем зданием. Да. Огромное. Да. И смотри, здесь много разных таких закоулочков. Закоулочек. О, а это вход внутрь. Это вход внутрь. О! Что там? Горшок какой-то обнаружен. Горшок? Горшок. Эхо. Блин, а если у нас какая-нибудь срань сейчас утащит? Слушай, ну да, вот так вот смотря туда в темноту. Давай разделимся. Блин, а что если вот здесь прямо вызвать его, слушай? Да ну нахер, ты чё? А чё? А, и факел затушить. Не, факел можно оставить. Жаль. То есть в ритуале всё равно свечки должны гореть. И то, что будет гореть факел, как бы, я думаю, это, ну, не сильно повлияет. О, пенопласт. О, лампочка даже есть. А? Даже лампочка была. Блин, а помещение-то использовалось? Конечно. Типа да.
Федя. Федя. Будет смешно, если у меня факел погаснет, а я без фонаря. Вот так и будет. Ё-ма, это что? Что за звуки? Жек! Евгений Александрович! Ах ты скотина, а! Опрокинул меня. Да что это такое? Стучит, как будто под... Да блин! А, я понял, это у меня бензин в кармане. Какие-то бодейки. Деревянные причем. Капусту делаю. Федя. Слушай, ну я себя реально как в Скайриме чувствую. Вот на меня какая-то хрень сейчас нападет. Ты чё? Да ну нахер. Фу, кретин, вообще не смешно, слышишь? О, блин. Я все ждал, ты выскочишь, не думал, что это так будет. Да ну тебя нахер. Чего ты ржешь, скот? Забавно. Да пошел ты. Слушай, ну я реально предлагаю здесь как провести ритуал. О, Господи. Да проводи ты что хочешь уже. Я вот братья. Знаешь же, что я за факел далеко не вижу. Пей чай. О, Господи, душа в пятки ушла. Никогда не дружите с такими людьми. Никогда. Так, ребят, вот наш кабан. Мистер Кабанила. Вы уже видели в ролике, как мы пробирались в фирму. По заброшенному лесу. Можете посмотреть этот ролик вот здесь вверху. Слушай, а там бодейка одна замерзшая есть. Может, кабана туда посадим? Как раз стрём. Теперь говорим заклинание Мементо Мори. По три раза повторяю его. Выжидаем 13 минут. А, надо еще сказать. Дух Винченцо, войди в это создание. Мементо Мори. Мементо Мори. Мементо Мори. Дух Авалак. Авалак, зайди в это создание, а мы идем прятаться. Ну, типа все. Теперь у нас есть 13 минут, чтобы спрятаться. Сколько? 13 минут, чтобы спрятаться. Так, в общем, ребят, мы сейчас... уходим, ищем место, где мы будем прятаться, потому что мы призвали демона, и по идее, сейчас он должен за нами прийти искать нас. Сейчас будем ставить камеру ночного видения и записывать, как мы ждем его в темноте. Так, камера пишет. Сейчас придет сюда какая-нибудь жлыга. Жлыга? Да, и начнет настаращить. Самое стрёмное, что мы сейчас без света сидим, и в темноте это вообще непонятно, откуда и чего ждать. Нормально. Слышал? Да.
Я упал. Петличка? Да. Микрофон типа был под ногами? Какое-то время, да. Блять. Ребят, ну мы прождали уже долгое время. И почему-то никого не дождались. Да. Очень странно. Наверное, потому что это нифига не работает. Но мы, тем не менее, слышали какой-то странный звук. Пойдем и... заберем кабана. Пойдем заберем кабана, да. Надо потому что еще странные еще. Звуки на заброшках — это обыденное дело. Блин. Кабан на месте. За нами он не пошел. Где факел? Упал. Блин. Как так-то? Ну ты, скорее всего, просто на лед поставил, он упал. Ну да. Ну что, кабанчик? Че ж ты за нами не пришел-то? Такие дела, короче. Нифига это не работает. Он извиняется. Ладно. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. С вами был я, Евгений Бабанов, Роман Дюжин. До новой встречи. До скорой встречи. Всем пока. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Если вы заметили что-то странное или у вас есть какие-то свои мысли, напишите их в комментариях. С вами был я, Евгений Бабанов, Роман Дюжев. Всем пока. До новых встреч.